Коничива! Так, а как будет ниндзя? Просто тренируюсь перед походом на Азия Бумфест. ТРК Галактика пройдет первый на юге России фестиваль азиатской культуры. А это значит косплей, киберспорт, кей-поп-шоу, блогеры, роботы, блогеры-роботы. Естественно, не обойдется без настолок, аниме и манги. А еще можно будет вкусить блюда национальной кухни и просветиться на одной из лекций. Ради такого не грех и заплатить от 500 до 800 рублей. Но если вы слишком взрослый для такой подростковщины, для вас тоже есть вариант. Два слова, два волшебных слова. Винный фестиваль. Состоится он в типографии 30 ноября. Там будет очень много спиртного. Для приличия серия дегустации разбавит лекциями и мастер-классами. Согласитесь, в этом есть обаяние. Слушать, как давит виноград в Сицилии, попивая игристое белое. Почувствовать себя культурным европейцем будет стоить 1500 рублей. Снижаем градус, но не накал страстей. Ведь как можно, Лейсан Утяшева приезжает в Краснодар. Ее танцевальное шоу «Болеро» уже презентовали в нашем городе. Но теперь оно ярче, масштабнее, да и просто круче. Напомню, что Утяшева чемпионка мира и Европы. А ее именем названы несколько сложнейших элементов художественной гимнастики. Ну и еще она красовалась на обложке мужского журнала за 2008 год. Самый грациозный спектакль нашей страны можно будет увидеть уже 17 ноября в ЦКЗ по билету до 5500 рублей. Продолжаем кавалькаду громких имен. Пожалуй, эти имя и фамилия находятся на втором месте по узнаваемости в России после Владимира Путина. Даже если вы не слушаете его, вы точно знаете про Бориса Гребенщикова. Более ожидаемого концерта в городе трудно найти. Поговаривают, что именно здесь великий и ужасный БГ в составе Аквариума представит песни из нового альбома. Средства на него собирали фанаты, в итоге накопив 4 миллиона из необходимых 2,5. Получить шанс первым услышать новые мелодии можно будет 2 декабря в Театре драмы. Билеты от 1500 до 4500 рублей. Добавим немного молодежного бунтарства в нашу афишу. Никто не смешивает рок-рейв так мощно, как это делает Little Big. Да, Илья Прусикин и Ко приезжает в Краснодар, чтобы зажечь на сцене дворца спорта Олимп. А ведь начинали когда-то на разогреве у южноамериканской Dying World. Little Big больше известна своими провокационными и абсурдными клипами. И поют они в основном на английском, чтобы завлечь зарубежного слушателя. Если у вас хороший вкус, этот концерт вы не пропустите. Время встречи 16 декабря, 19.00, билеты до 4000 рублей. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Нет, Шекспира у нас не ставят, но спектакль «Царская невеста» очень близок к этому уровню. Ростовский режиссер Павел Сорокин и неоднократная номинантка «Золотой маски» Елена Вершинина приготовили для нас премьеру. В музыкальном театре покажут третью женитьбу самого жестокого русского царя Ивана Грозного. Под музыку Римского-Корсакова зритель увидит малоизвестные, но трагичные события истории. Показы состоятся в эти выходные, а стоят места до 1500 рублей. На этом все, до новых встреч, сайонара!